Привет, меня зовут Даша, я бренд-менеджер издательства «Эксмо», и сегодня я расскажу вам про книгу «Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики». Это великолепный артбук, который был написан Таней Лапойнт. Таня Лапойнт — это жена режиссера Дени Вильнёва, а также исполнительный продюсер фильма. Собственно, в этом и заключается особенность данной книги, так как автор была полностью погружена в процесс съемок, знает все детали и буквально писала ее на поле боя непосредственно в процессе создания фильма. Здесь вы сможете найти интервью актеров, которые снимались в фильмах, а также фотографии декораций, костюмов и всего остального, что вы можете увидеть в ленте. Сейчас я покажу вам несколько разворотов, чтобы вы могли посмотреть, насколько прекрасна эта книга. Например, вот один из разворотов. Это сцена, где показывается создание костюма одного из главных героев. В книге все главы посвящены определенным локациям. В каждой локации описываются герои и основные события, которые там происходят, без каких-либо спойлеров. Еще одна особенность этой книги в том, что она печаталась в зарубежной типографии, поэтому здесь очень высокое качество печати. Например, буквы не белого, а серебряного цвета. И оценить высокое качество печати, а также насладиться красотой этой книги, вы можете, купив ее в одном из магазинов. Приятного вам чтения!